Всем привет! В этом видео мы с вами проедем по Бухарской области на высокоскоростной железной дороге, идущей до Ташкента. В Бухаре нет своего вокзала, и отправка поездов осуществляется из города Каган, рядом с Бухарой. В основном Бухарская область состоит из пустынь. Более 90% площади занимают пески пустыни Кызылкум. Через область проходят две большие реки – Заравшан и Амударья. Административный центр области, город Бухара, является одним из древнейших городов Узбекистана. Бухара богата своей историей и культурой. В Бухаре находятся древнейшие памятники истории, такие как древняя крепость Арк, архитектурный ансамбль Байкалян, ансамбль Апихаус и другие.
Спасибо за просмотр. Желаю вам счастья и удачи.